За Беларусь! За Беларусь! Я хочу, чтобы Беларусь была независимой страной. Это мой главный побудитель прийти сегодня, вчера и раньше. И потом. Я пришел не только болеть, а сражаться за свою страну, за свою родину, которую мы уже после развала того Советского Союза, у нас получилось прекрасное государство. Поэтому я буду делать все возможное у себя на работе, везде, но чтобы не допустить того, что хотят нам сделать с Запада. Мы пришли поддержать президента, потому что только в нем мы видим свое будущее. Да, мы за Лукашенко, это наш президент. Он хозяин нашей родной земли. Он для нас сделал очень много. И это слепые люди, которые это не видят. Мы за президента, мы за Лукашенко. Мы за батьку. За будущее, чтобы у нас все было хорошо.